Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play, мы с вами продолжаем проходить Мафию 3. Итак, нам, я так понимаю, нужно помочь докерам, чтобы завоевать доверие Вита, чтобы укрепить его бизнес. Итак, когда дойдет до дела, то Туретто тебя и сделает. И разделает, и обделает. Будь осторожен. Понятно, то есть это просто можно с ним поболтать. А куда мне нужно было идти? Ага, вот здесь. Спалите дотла этот трейлер вместе с разрешениями на работу, а если повезет, то и с парой-тройкой людей Туретто. Все понял. Отправляемся туда. Интересно, я же могу просто взять их машину и все? Могу, замечательно. Все, едем сюда, поехали. Они даже не против. А вот впереди и трейлер, да? Что это такое? Проследить. Я не понял. Секунду, кто такие? И зачем за ними нужно следить? Нормально так следим, что такого-то. Тихо-тихо, копы, тихо. Тихо, не палимся. Зачем мне за ними следить? И, блин, копы драные. Отвалить от меня нафиг. Ладно, давайте попробуем проследить. Я первый раз встречаю такую миссию. Слежка. Если проследить за некоторыми врагами, они приведут вас к выгодным целям. Следите за датчиком слежки. Если подобраться к цели слишком близко или привлечь внимание к себе, датчик слежки будет заполнен, и ваша цель утерет. Опс. Я так понимаю, что впереди датчик слежки, да? А, блин, ну давай, поехали, зараза, у нас же зеленый. Что ты так тупил долго? Поехали за ним, проследим. Вроде сюда. Я надеюсь, копы отстанут нафиг. Что-то они там все преследуют нас, да преследуют. А, они там на красном встряли. Замечательно, все, едем. Вы знаете, что мне не нравится? Что как-то вот интерфейс посередине экрана. Я бы раздвинул немножко в разные стороны. Так, вы видимы. Все, я понял. Блин, там погудели, потом ДТП. Все это влияет. Ага, встречная полоса. Все это влияет на слежку. Все я понял. Нужно вести себя предельно аккуратно. Вау. Убить. Ну-ка, выпрыгивай из машины. Ну давай же, блин. Мы должны его убить. Убили. Отлично. Что за дела? Что здесь вообще происходит, чуваки? Эй, вау. Тихо. Тихо, адреналин. Тихо, вылечится! Вылечится! Вот это да! Вот это я попала! Отдыхай! Кто такие нафиг? Эй! Чего вы здесь забыли, уроды? Фух! Адреналина больше нет, все нормально. Отмахались. Вот это было неожиданно. Вот это было пипец, как неожиданно. Так, Здесь где-то один выбежал. У него, я помню, была винтовка хорошая. Вот это, да, давайте возьмем Хартмана. Точно. И где-то здесь деньги, что ли, просто у них лежат, да? Ого! Прикольно. 9 тысяч баксов мы получили с этой слежки. Вот это вышло классно. И отличная машина. Спасибо за машину. Это я забираю. И осталось взорвать трейлеры Союза. Поехали, взорвем. Так, смотрите, здесь какая-то вражеская территория еще, да? Где мы по карте? Ривер Роу, кровь трудового народа. Стич Гало. Гало пока занят с горлопанами из профсоюза, но говорят, в своем трейлере он хранит кое-что полезное, что можно использовать против Туретто. Его нужно убить, что ли, да? Здесь, я так понимаю, что можно установить прослушку. Давайте это сделаем быстренько. Замечательно, и готово. Слушайте, смотрите. Сколько их здесь, а? Слушайте, я... Могу я их? Может, я их просто перестреляю и не париться? Машина у них классная, машина у них просто супер. Может, реально просто перестрелять и не париться? Я просто не понимаю, кто из них агрессивный, а кто нет. Кто из них? Это обычные рабочие. Это обычные рабочие. А вот это необычные рабочие, да? Вау. Куда собрался, гад? Есть, убили. Вау. Тихо. Вижу.
Раз. Тихо. Нормально. И вот там где-то еще один, да? Сейчас до того доберемся. Где-то он вот там, да? А, вижу. На. Не знаю, как-то вот... А можно изменить прицел, размер перекрестия? Давайте посмотрим в настройках. Не знаю, непонятно, как изменить. Ну и бог с ним. Все, давайте быстренько здесь все забираем. Деньги. А, забрали электронику. Здесь на втором этаже что-то для меня есть. Там, скорее всего, либо журнал, либо картина какая-то. Пойдемте туда. Ага, на крыше здесь журнал Плейбоя. Где он валяется, я не понимаю. Здесь где-то внутри здания? Да, вот он, журнал Плейбоя. River Row 1 из 7. Ого. Да и здесь много спрятано. Ну да ладно, а электроника мне не нужна. Электроники у меня навалом. Хотя вот она лежит, давайте заберем тоже. Все, отлично. Можно идти дальше. Можно ехать дальше. Итак, мы с вами почти на месте. Здесь тоже можно быстренько установить прослушку. Давайте это сделаем. Есть, готово. Ну, знаете, мне, честно говоря, немножко поднадоело. По стелсу. Мне очень нравятся здесь все-таки перестрелки. Перестрелки здесь веселые. Вот это реально здесь весело сделано. Так, устроили стрельбу, нормально все. Все хорошо. Замечательно. Да ладно тебе. Где вы? Вон, вижу одного. И где-то здесь второй, да? Промазал. Ага, там мешается. Чё ты сказал? Какой молотов? Иди в задницу. Ау, вау! Зараза, все-таки кинул молотов меня, а? Ну-ка, высунься. На, нафиг, урод. Сволочь. Молотов еще будет кидать. Так, а что у нас здесь есть? Нам нужны патроны для винтовки, у нас их нету, ну да ладно. Как нам взорвать все это дело-то, эй? Как нам это все взорвать? А, вот он прикрепляет какое-то взрывное устройство. Все, это, соответственно, нам теперь отсюда нужно просто свалить, да? Погнали. Есть. И нужно найти еще какое-то задание. Тут денежки лежат, спасибо. Спасибо. Что-нибудь интересное у вас было, ребят, для меня? Какие-нибудь винтовки или еще что-нибудь? То совсем все кисло, а? Нет, ни черта у них не было. Ладно, уберем пистолет, не будем наперевес с оружием бегать. И давайте посмотрим, что у нас по карте еще здесь осталось, что еще можно сделать. Если спалить к чертям трейлер, где хранится разрешение на работу, то ряд от такого удара скоро не отправится. Понял. Еще одна такая же бодяга. А чего это там такое за звезда впереди? А, это... Это пропаганда советская. Ну, не советская, коммунистическая пропаганда. Понял, давайте соберем нас. Донован просил это сделать. Вот там где-то она висит. Погнали, быстренько это сделаем. Вот, есть, отлично. Снимаем. Один из четырех на River Row, я понял. Ну, блин, это все такие вот коллекционные вещи. Это все абсолютно не обязательно делать. Ну, не знаю, я люблю собирать коллекционные предметы. Оу, вау! И тут у нас сразу враждебная зона, господи. Вот это я прикольно влетел. Ау. Тихо. Сейчас все будет хорошо, нафиг. Ну, родина, а. Вот ведь гад. Устроил здесь стрельбу, а. Так, где-то там... Да заткнись, нафиг. Где-то оттуда стрельба идет. Ау. Тихо. Вижу из окна, да? Вот он, вижу его. Ну, высунься, а. Есть. Не убил, что ли? Есть, все, положили. Нет, все равно живой. Все равно живой. Может быть, даже стоило там подобрать, ребята, снайперскую винтовочку. Ого, она зацепила. Ладно, ерунда. А я могу туда, например, докинуть молотов? Ну-ка, на. Нет, молотов докинуть не могу. В окне вижу. В окне еще один. Понял. Вот там. Высунься. Нет, слишком далеко.
Да никого ты не видишь, урод. Так, здесь ни черта нет. Куда пошел, урод, эй? Куда ты пошел звонить, гадина? Лежать нафиг. Дозорный, 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 это плохо. На нафиг. Ты где? Есть. Вау, подкрепление, подкрепление, ребятушки. Сзади подкрепление прибыло. Так, быстренько, быстренько меняем оружие. И где-нибудь сейчас заныкаемся. Где-нибудь заныкаемся. Да не здесь же, вот так вот. Черт, фигово. Фигово. Ну-ка, вот здесь можешь прятаться, можешь. Они меня потеряли, что ли, да? Походу, да. Тихо. Вау. Давайте сначала вот того справа снимем. Есть. На. Есть, 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 есть. Нормально, нормально. Но вы знаете, вот эта вот эта система, конечно, это крайне легко. Это все крайне легко. То, что у нас так лечится. Нафиг лечись, давай. Давай. Да на нафиг. Урод. Есть, отлично. Подобрали патроны. А, здесь где-то у нас еще аптечка должна быть. Оу, мы можем взять вот этот пистолет, да? Давайте возьмем, попробуем. А, нет, это мне не нужно. Верните мне мой тренч. Тренч верните, я сказал. Есть, тренч взяли. Здесь у нас патроны. Эй, 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 кто там? Кто там, кто там, кто там? Тихо, 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 он здесь вот. Какой пистолетик говёный, ненавижу такое оружие. Ненавижу такую гадость, а. Где он? Да-да-да-да-да, как же. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, 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 снимем его. Кто там по мне так стреляет хорошо, а? Нормально. А, я понял, 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 понял. Здесь открыто пространство, зараза. Ай. Ау, 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 ау. Чё творишь, сволочь? Чё ж ты творишь? Вон один там. Этот здесь с винтовкой. Нормально. Есть, положили. Где он? Да, 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 да. Ну, высунься еще разик. Давай, 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 давай. Есть, отлично. Как нам подняться на второй этаж, интересно? Там лежат журналы, всякие деньги, еще что-то лежит здесь. Сложно понять. А, это картина Варгаса здесь висит, да? Вау! Здесь мы где-то с вами должны, по идее, найти... Можем найти это самое, аптечку, но непонятно где. Откуда стрельба идет? Первый этаж. Ага, вот здесь аптечка сейчас будет. Замечательно, спасибо, ребятки. Деньги. Продолжаем у них все забирать. Мне кажется, они меня потеряли. А, нет, вот он. Отлично. Спасибо за патроны. Пошли дальше. Вот там в окне, помните, один был, да? Но непонятно, сейчас он там или нет. Чего? Ты где? Это рабочие. Это просто рабочие. Он где-то там. Он где-то там. Ладно, давайте сожгем все нафиг и пошли в задницу. Устанавливаем взрывное устройство. Да, я вижу, вон он там передвигается. Есть? Хорошо. Интересно, он исчезнет, когда мы миссию выполним? Опа, есть, отлично. Что у тебя там, винтовка, да? Давай, Хартмана, сюда. Спасибо.
Все, мы, получается, все выполнили, все зачистили. Босс бизнеса. Вы нанесли достаточно урона, чтобы выманить босса бизнеса. Если вы готовы разобраться с ним, вернитесь к своему контакту за информацией. Так, понятно, понятно. Можете убить оставшихся головорезов, но, в принципе, честно говоря, нам это не шибко интересно убивать оставшихся головорезов, потому что, ну, как-то я даже не знаю, ребят, все однотипно. Есть вообще... О! Вот это... Нет, фиговый пистолетик, мне не нравится. Все как-то реально чересчур однотипно, все задания однотипны, и давайте, наверное, все-таки будем в основном проходить сюжетную линию, по большому счету. Ну, затрагивать все остальное тоже будем, но так, поверхностно, поверхностно, ребят, потому что просто ужас, как все миссии одинаковы, по большому счету, да, и да. Захватываем здесь вот одну зону за другой, одну зону за другой. И если вся игра на этом построена, ну, через, я не знаю, 3-4 часа такого геймплея она явно надоест. Так, поехали, поговорим с Джеком. Точнее, с Джоком. Ну, что ж ты мне скажешь? Да, я хочу вызвать босса. Говорят, Энди Туретто приехал в профсоюз докеров. Хочет знать, кто мешает его людям собирать бабло. Думаешь, он сообщил Грек о том, что происходит? Не. Насколько я не знаю, он бы с радостью закопал Грека с тобой по соседству. Но он подписан бессрочно. И если ему поручили дело, он должен довести его до конца. Хреновая ситуация, как ни посмотри. А будет еще хуже. Скажи парням, Джок, что они скоро вернутся к работе. Ну что, пойдемте поговорим в кавычках с Энди Туретто. Я думаю, что это не будет очень сложно. Погнали. Где он там находится? Здесь. Совсем рядом. Ну что ж, мы с вами на месте. Я так понимаю, что все как всегда. Всех валим и идем туда. Валим тебя, валим тебя. Вижу на втором этаже. Вижу на втором этаже. Да, здесь, конечно, лучше было бы снайперку взять. Было бы удобнее. Вот он вот там был, да? Все, я все понял. Ладно, погнали. Тихо, спокойно. Нет. Ничью ты задницу не получишь, чувак. Он где-то на втором этаже ходит. Он там сказал, типа, разберите это место по кусочкам, но найдите его, типа того, да? Нормально. Нормально. Какой дозорный? Где дозорный? Я не вижу никого. Зараза, вон он побежал звонить, да? Но мы его так не остановим, ни хрена. Куда ты звонишь? Положи! Нормально. Всем лежать. Я вроде успел его положить, да? Вроде бы успел. Все хорошо. Подкрепление прибыло, собака, а? Подкрепление прибыло. Ладно, фигня, ничего страшного. Он где-то на втором этаже. Пошли разберемся. Где-то на втором этаже, падла. Вон он здесь. Тихо. Вау! Черт, это плохо. Понятно. Значит, так бутылка разбивается. Я думал, он перекинет. На нафиг. На, урод. Отлично, я его убил. Я убил босса. Все, да? Или еще нужно кого-то убить? Ну, я уже поговорил же с ним, нет? Или мне нужно... Ах ты сволочь, а. Ах ты сволочь, а. Ну нафиг. Ну-ка. Что это такое? А, это с тобой нужно было поговорить, да? Брось эту сволочь. Что? Я еще не пытался тебя особо прикончить. Ну-ка. Ну что мы с тобой будем делать, а? Если ты меня не убьешь, это сделает странный Грека. Но поскольку Грека тут нет, что это сделаем мы? Фух, профсоюзный рэкет захвачено. Ах ты черт. Интересно, его нужно было убивать? Ну да ладно, давайте отдадим Вита. Я даже смотреть там ничего особо не буду. Фига там, ребят, приехало. Не кисло так.
Думаю, сегодня досье на Вито Скалетто уже где-то с метр толщиной, но так было не всегда. До 1957 года Гувер отказывался признавать существование мафии, так что за ребятами типа Витарио, Скалетто мы не следили. Сейчас мы знаем, что он воевал во время Второй мировой, а потом отсидел 6 лет за нелегальную раздачу федерального продовольствия. Вообще, считается, что его приняли в семью Фальконе в Empire Bay, хотя его также подозревают в убийстве Дона Карло Фальконе. Если он и вправду это сделал, значит, у Вито были высокопоставленные друзья, потому что ему даровали жизнь. Однако его выслали из города и заставили переехать сюда. Комиссия убедила Саламаркана сделать Вито своим лейтенантом и передать на откуп несколько крыш. Окей, профсоюзный рэкет захвачен. Вы разрушили один из бизнесов этого района, теперь займитесь вторым, чтобы выманить лейтенанта и захватить район. Все понятно. Но давайте следующий бизнес уже будем захватывать в следующем выпуске. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Я стараюсь убирать из него как можно больше всего ненужного, чтобы сжать выпуск в более короткие сроки. Вот у меня сейчас по записи идет уже больше 45 минут. Не знаю, как это получится смонтировать, посмотрим. Я надеюсь, что вам выпуск понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока, надеюсь, вижу вас в следующем выпуске.